нового утра! Вы на телеканале Интер. Если вы решили начать жизнь с чистого листа, вы оказались в нужное время, в нужном месте. Меня зовут Екатерина Серебрянская, и я твой личный эксперт по здоровому образу жизни. Мне на сайт Екатерина.ua написала Елена из Донецка. Она решила похудеть и столкнулась со следующей проблемой. Правильно питаясь, тренируясь в спортивном зале, Лена за месяц сбросила 6 килограмм. Но сейчас вес замер. И что она только не пробовала. И дополнительные физические нагрузки, уменьшала калории, делала массажи. Но вес стоит на месте. Разгадку тайны я нашла. Оказалось, что Лена очень мало пьет натуральной воды. Нехватка именно этой чудодейственной жидкости может послужить причиной вашего лишнего веса, а также головных болей, бессонницы и плохого самочувствия. Это подтвердит любой грамотный доктор. При небольшом употреблении воды затрудняется выведение тех продуктов распада, шлаков, которые возникают в организме. Это чревато тем, что возникает обезвоживание, и в органах, которые утилизируют или выделяют продукты распада, откладываются шлаки. Действительно ли вода играет такую важную роль в здоровье человека, мы увидим на простом эксперименте. Представьте себе, что колба – это ваш организм, а сахар – продукты, которые вы едите ежедневно. Некоторые полезные вещества усваиваются, а некоторые остаются на дне, как наш сахар. У меня вопрос. Как сделать эту жидкость снова чистой, прозрачной и без сахара? Если из этой колбы мы можем просто вылить эту всю жидкость и наполнить чистой водой, то, к сожалению, с нашим организмом мы так поступить не сможем. У нас вывод. Необходимо пить чистую воду. Именно она поможет вывести все продукты распада, токсины и гарантированно похудеть. Как же вычислить, сколько нужно пить воды в день? Есть несколько мнений. Средние цифры, они доказаны физиологически. То есть вот эти 1,5-2 литра для наших климатических условий адекватные. Безусловно, можно пить 1,5-2 литра воды в день. И при этом я рекомендую рассчитать индивидуальную формулу. Для этого мы воспользуемся советами из спортивной медицины. Например, мой папа весит 100 килограмм. Спортивные врачи рекомендуют употреблять 20 миллилитров воды на 1 килограмм вашего веса. И получается, что моему папе нужно пить 2 литра воды в день. Если же папа ведет активный образ жизни, то можно норму увеличить до 30 миллилитров воды в день на 1 килограмм вашего веса. Итого получается, что папа должен пить 3 литра воды в день. Если же вы худеете и хотите быть стройными, то эта формула именно для вас. Лично моя норма – 2 литра воды в день. Этому совету неуклонно следуют такие мировые звезды, как Ким Бессенджер, Клаудия Шифер, Дэвид Бекхэм. Начните с сегодняшнего дня и вы. Я буду рада, если вы присоединитесь к нашей команде здорового образа жизни. Как это сделать, смотрите на сайте и будьте в форме.